Приветствую вас на видеоканале «Доктор Скачко». А я – врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже» и раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно – тем сотням видео, которые вы можете бесплатно просматривать на моих видеоканалах, решил добавить одну уникальную возможность. Вы можете бесплатно скачать книгу «Как не умереть в теплую и жаркую погоду» на моем аккаунте на сайте Amazon. Если вы считаете, что вы абсолютно или относительно здоровый человек, которому достаточно просто пить воду для охлаждения в жаркую погоду, то посмею вам напомнить. Точно так же думал человек, находящийся в этой точке, имеющий заболевание сердечно-сосудистой системы, которые теперь лимитируют употребление воды в жаркую погоду. Если продолжить линию, то понятно, дальше идет реанимация. И расстояние между этими двумя точками, я имею в виду временной промежуток, у самых удачливых – десятки лет, у менее удачливых – годы, а для самых неудачливых – всего несколько часов для того, чтобы исходное здоровье довести до достаточно серьезного и плачевного состояния. В моей книге описано 24 водных теста, зная которые и применив их к себе, проверив их на себе, вы будете понимать, насколько вам полезна вода и в каких условиях она вам полезна. Если вы считаете, что только заболевания сердечно-сосудистой системы несут опасность в жаркую погоду, то посмею вам напомнить или ваши знания несколько расширить. Имеют значение заболевания эндокринной системы, а именно щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа вносят свой вклад и свои коррективы в жаркую погоду. А также заболевания пищеварительной системы вас может убить обычный гастрит, когда вы неправильно переварили определенную пищу. Не говоря уже о панкреатите, не говоря уже о заболеваниях печени, почек, а не только одна сердечно-сосудистая система. И в моей книге около 150 полезных советов диетолога, которые объясняют, дают рекомендации, как лучше себя вести в тех или иных ситуациях, в зависимости от вашего уровня здоровья, а также от вашего пола, возраста, экологических условий, которые также вносят свои коррективы. Если вы считаете, что жаркая погода, сейчас на календаре конец лета, уже позади, то я вам несколько расширю ваш кругозор в области медицины. В зависимости от вашего уровня здоровья и индивидуального сочетание разных негативных факторов, которые нужно учитывать в жаркую погоду, можно умереть и при плюс 18 градусах по Цельсию. Это тоже жаркая погода, если много негативных факторов у вас сложено и действуют на ваш организм. Просто при температуре плюс 30-35 и выше градусов по Цельсию, да, логично поставить человек умер от перегревания организма, а при плюс 18 или при плюс 20 как-то нелогично это ставить, хотя человек умирает от тех же проблем, не справилась с охлаждением организма, сердечно-сосудистая система, но не смогла она нужное количество воды доставить в систему терморегуляции. И умирает в этом случае от инфаркта, инсульта, острой сердечной недостаточности. Если вы считаете, что погодные условия в окружающей среде имеют решающее значение, то даже зимой можно умереть от тех же проблем, когда вы находитесь в домашних условиях, где температура выше, чем плюс 18 градусов по Цельсию. Иными словами, нужно много учитывать разных факторов, чтобы свое здоровье сохранить и движение в сторону нездоровья, ну, как минимум, замедлить. А лучше остановиться на уровне здоровья, сохранять его. Вот об этом моя книга. Книга по условиям сайта Amazon опубликована не на русском языке, на английском. Но сегодня в эру
интернета, эру технического прогресса, несложно перевести на нужный вам язык, если вы не владеете английским языком, и получить нужную вам информацию. Безусловно, я буду вам признателен и очень благодарен, если вы не просто скачаете книгу, и она у вас будет находиться где-то в вашем компьютере, а вы ее хотя бы полистаете, посмотрите отдельные интересные вам сегодня моменты. А также было бы очень неплохо, если бы вы оставили какой-то отзыв на сайте Amazon. Это помогло бы и другим людям легче находить эту книгу. Как вы понимаете, это предложение не может быть вечным. Сайт Amazon не благотворительная организация, а все-таки коммерческая. Поэтому акция будет непродолжительной. И чем раньше вы найдете это мое видео и сможете бесплатно скачать книгу, ну, тем лучше. Если вы немножко опоздаете, ну, вам придется скачивать книгу за какие-то деньги. Не думаю, что за какие-то космические. Поэтому в любом случае вы получили информацию, а как вы ею распорядитесь, это, как говорится, ваш выбор. Эта книга «Как не умереть в теплую и жаркую погоду» – первая книга серии «Как жить лучше и дольше». Дальше на Амазоне будут другие книги, возможно, и на моем канале YouTube вы узнаете про другие акции, возможно, и другие книги можно будет скачивать бесплатно. А пока на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И не забудьте поставить на это видео лайк, можете сделать репост, а также отметиться в комментариях. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко».